Всем привет! Сегодня наконец-то ко мне приехал вот этот динамик. Значит, фирма это Dynamic State Technology, модель CML16.2. Это у нас мидвуфер. Здесь очень подробно вообще на коробке, вот очень подробно, мне очень нравится и упаковка, и то, что здесь указано абсолютно все. То есть размер, РМС мощность, максимальная мощность, импеданс, чувствительность, частотный диапазон, диаметр катушки, материал диффузора, посадочная глубина, ширина, вес магнита, ФС, QTS, ВАС. То есть даже параметры телесмола здесь указаны. Ну и вес 1,4 килограмма. Гриль included, то есть гриль есть, я так понимаю, yes написано. Ну, возможно, что здесь в коробке есть гриль, я еще не открывал, поэтому давайте посмотрим вместе. Вот такая вот коробка, черная, с двух сторон, на английском эти вот данные, на английском языке. Ну, не знаю, я бы сделал одну сторону на русском, одну на английском, но это как бы решать разрешителю. В комплекте у нас идет такая вот наклеечка Dynamic State Technology. Так, вот такой динамик. Отложим его пока. Вот такая вот у нас подставка. То есть не как у всех уже. Не как у всех. И у нас, что еще более приятно, у нас в комплекте с эстрадными динамиками среднего ценового диапазона, я не знаю, что это такое, какая-то штука, резинка какая-то на бумажке. Фиг его знает, что это такое. В общем, у нас есть грили. На гриле наклейка приклеена. Хорошо приклеена. Прям видно, что сквозь ячейки клей прошел. Сеточка. Приятная такая сеточка. Только как бы простая. Ну, единственное, что опять же она держится как бы не очень. Ее желательно. Хотя, нет, ребята, отлично держится. Поспешил с выводами. Держится отлично. Держится хорошо прям. Так. Теперь эксперимент у нас такой. Можно вот так поставить. А теперь проверим вот так. Ага. А производитель решил вот так. То есть вот так будет самый оптимальный вариант. Выглядеть они у нас будут сеточками. Вот так. По-моему, отлично смотрится. Как считаете? Блин, вообще, я очень рад. Вот мне нравится, все нравится. Давайте динамик пока посмотрим. А то хвалю. Так, динамик. Тут также пенка, корзина штампованная. Опять не как у всех, своя корзина. То есть производитель заботится о своем имидже. Вот, делаем вот индивидуально. Посадка. Блин, давайте глянем посадку, сколько у него. 54 миллиметра. То есть вот это расстояние, вот это, от низа корзины, то есть от, ну, то, что упирается, и до конца магнита 54 миллиметра. То есть, блин, компактный динамик вообще очень. Вес 1,4 килограмма. Диффузор бумага, колпачок бумага, и здесь шайба металлическая. Я не знаю, для чего эта шайба, может быть, для красоты, но смотрится прикольно. Надпись очень качественно сделана на диффузоре. То есть, если вам видно,
очень качественно сделана надпись, не смазано ничего, абсолютно ровненькая надпись, красивая, даже если захочешь придраться, не придерешься. Ну, тут вот царинки там всякие, но это как бы производственные, я так понимаю, что всякие остатки там, то может быть клей чуть потянули, то где-то что-то капнули. Корзина черная, черным окрашена. Не пойму, что за покрытие. Похоже, что как антирезонансное, но вроде как и порошковая простая краска. Непонятно, в общем. Так, клеммы. Лопаточки одинаковые. Это мне уже нравится. Потому что когда одна лопаточка большая, одна маленькая, мне не нравится, например. Вот. Подводящие вшитые, блин, я вообще в шоке, да обалдеть можно, такой динамик сделали. Вентиляционное отверстие, ну указательным пальцем можно заткнуть, мизинец залазит спокойно вообще, где-то миллиметров 13-14 вот такое вот отверстие вентиляционное. Также на магните все у нас написано, опять же, размер, импеданс, РМС, максимальная мощность, чувствительность и магнит. Ну и адрес сайта, где можно посмотреть динамик. Блин, надо будет его послушать обязательно, ребята, это, я не знаю, мне очень нравится исполнение, мне очень нравится, как он выглядит. Мне очень нравится, что он компактный. Мне очень нравится, что нет косяков на нем. То есть, если захотеть придраться, то можно сказать, ля, вот на сеточке какая-то фигня. Это обзорщик пока лапал их своими грязными руками, залапал. А так вообще ни к чему придраться нельзя. Все очень аккуратненько. Симпатично, мне нравится, надо будет послушать их обязательно. Мне очень интересно, что это такое. Это какой-то клей. Возможно, что это для приклеивания сетки. Как липучка какая-то. Блин, ребята, положите какую-нибудь инструкцию, а, в динамике. Потому что вот эта вот загадочная субстанция, про которую ничего не написано. Прям просто интрига, интриг. Игры престолов отдыхают. Все, прослушка будет. Смотрим дальше.